Впереди находится костюм рейнджера. Метеорит. Huh?
Поехали. Возвращайся скорее, Уокер. Рейнджер. Привет. Наконец-то. Хоть кто-то достойный. Я атомный молот из бессмертных саванов. Что нового? Когда-то я был клинком третьего ордена. Но теперь мое звание и честь под угрозой. Мы с отрядом попытались вступить в бой со зверем мутагробницы. Убить зверя или погибнуть от его лап стало бы великой честью. Однако не произошло ни того, ни другого. Я потерял оружие, а моя гордость была сломлена, когда земля расступилась. Выжил я один. Добраться до зверя я не смог, и поэтому вернулся. Без победы, без оружия, опозоренный. Ну, живой уже неплохо. Нет. Победа и смерть — это все, что имеет значение. Но крушитель уязвим. Рейнджер мог бы с ним справиться. Если убьешь его, я верну себе оружие и отчасти восстановлю свою репутацию. В твоей славной компании на свалке. Ситуация осложнилась. Мне нужно с этим разобраться. В одиночку. Я знаю, ты сильная. Ты убьешь многих моих. Я постараюсь как можно быстрее прибыть в передовой штаб. Вечная слава Саванам. Эй, слушай, я Пыльная Анна. Шпионю в этом районе по поручению Лузам Хагар из Источника. Она попросила меня выяснить, что замышляют саваны. И что они делают? Они прокачиваются, копят силы. И для этого используют тонну электричества. Они подключили две электрокузницы и тянут огромные кабели к третьему объекту. Уж не знаю, что там. Может, выяснишь, что происходит? Глядишь, и для себя чего полезного найдешь. Я дам тебе координаты, но действуй осторожно. Эти саваны — прирожденные убийцы. Они выкачивают энергию из какого-то мощного источника. Возможно, из старого ковчега. Я и не знала, что саваны это умеют. Такое ведь могут делать только уроженцы ковчега. Ну, тебе ведь должно быть это известно. Здравствуй. Привет. Можем поговорить. Только тихо. Это агент Тигарден. Мне удалось обнаружить еще две точки подзарядки. Они часть третьего этапа плана саванов. Одна находится на свалке рядом с дикими землями. Вторая рядом с факелами к востоку от ствола. Они представляют угрозу. Надо как можно быстрее вывести их из строя. Ты гляди, настоящий рейнджер. Ну и ну. Оазис местечко лихое. Но про тебя тут все слыхали. Не тронут. Я Джаз.
А это стало быть мое заведение. Торгую бухлом, информацией и кое-чем еще. Например? Тем, за что саваны выпустят нам кишки. Никому не говори. Лады? Никому. Даю слово рейнджера. Вот и чудненько. Ну, выпей и глянь, чем я богата. Заходи еще. Всегда пожалуйста. Привет. Привет. Ты веришь в потусторонние силы? Я прошу об этом, потому что мне теперь удачи не видать. Лет 7 или около того. Понимаешь, я искала разное добро на территории саванов и случайно разбила одно из их зеркал. Это к несчастью, к страшному несчастью. Все сокровища уплыли у меня из рук. Кстати, меня зовут Шеги Доу. Не самое красивое имя, но другого у меня нет. Я вообще по жизни невезучая. Так что? Где там эти зеркала и сокровища? О, на прежнем месте. Все свалены в кучи. Далеко у западных дюн, слишком далеко для невезучей, вроде меня. Если я пойду туда, то постараюсь оставить немного сокровищ. Для невезучей, вроде тебя. Страшный человек. Удачи тебе. Тебе нужны услуги механика? Называй меня смертью, кричащий пришлый рейнджер. Я врачую моторы у бессмертных саванов. Твоему транспорту нужен осмотр. Врачуешь? В смысле, чинишь? Дарить жизнь и отнимать ее – большая честь. Я дарую жизнь разлаженным механизмом во славу бессмертных саванов. На этом зиждется честь, а имя напоминает о долге и святости его исполнения. Ну, придется положиться на твою честь. Путем саванов. Включен режим ожидания. Я говорливый Гарсия. Торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаи же, кто ты? Уокер. А мы и дальше так будем говорить? Безусловно. Витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь изучить твои лоты. Активируется.
И вот мы на месте. И вот мы на месте. Что у тебя внутри?
активируется. Ну, приехали. Гнездо крушителей. Включен режим ожидания. Лили, ты бы это видела. Джерси, небось, дважды подумал бы, прежде чем сюда лезть. Джерси погиб, так что ты лучше подумай трижды. Сперва убедись в том, что у тебя есть вся нужная снаряга и навыки, и только потом иди.
Станция подзарядки. Возвращайся скорее, Уокер. Вот мы на месте.
активируется. Станция подзарядки. Включен режим ожидания.
активируется. Желаю удачи. Возвращайся скорее, Уокер. Активируется.
Ну, приехали. Впереди находится костюм рейнджера. Включен режим ожидания. Еще одно бандитское логово. Желаю удачи. Системы активированы. Мы на месте. Возвращайся скорее, Уокер. Thank you.
активируются.